Южное море далеко, а местные водоемы вот они рядом. Пляжи Зеленой Рощи, Лесного озера и Луховского водохранилища в летние дни притягивают сотни горожан. Народная любовь не случайно. Коммунальные службы провели большую работу по благоустройству территории. Портит живописный пейзаж разве что мусор. По утрам горы, горы мусора. Огромное количество мусора оставляют гуляющие на пляже. Вадим Боровков – спасатель. Днем следит за безопасностью отдыхающих на воде, вечером наводит порядок на пляже. Тем самым спасает природу. Говорит, оставлять фантики и пустые бутылки у горожан вошло в привычку. До контейнеров остатки пикника доносят редко, а если и доносят, то оставляют рядом с мусорной корзиной. Коммунальные службы на очистку около водоемных территорий бросают все силы, но на одного защитника чистоты приходится десятки нарушителей. Мы же сами горожане. Где бы мы ни отдыхали, мы всегда после себя оставляем мусор. Мы как будто вот кинулись, что действительно здесь хорошо, действительно здесь приятно находиться, и больше мусорим. Обеспокоены ситуацией милиции. Поведение отдыхающих часто выходит за рамки закона. Припаркованные в запрещенной зоне машины, дружеские посиделки без пункта убрать за собой, костры на песке – действия наказуемые. Минимальный штраф 2500, максимальный 5000. Это на физических лиц. В настоящее время пока еще не круглосуточно, но решается вопрос, что будем нести службу круглосуточно. Коммунальщики и представители правопорядка в защите пляжа от вредителей решили объединиться. Правда, в этот раз поймать с поличным нарушителей не получилось. Отдыхающие в большинстве своем правила поведения знают. Конечно, убираем. Вот все в пакете. Вот. Нужно обязательно убирать, потому что вот мы пришли сейчас, все чисто. В летнее время зоны отдыха посещают тысячи человек, и если каждый оставит следы пребывания около водоемов, не пройдет и месяца, как живописный пейзаж превратится в свалку. Юлия Храмова, Андрей Никонов, Андрей Климантьев, Вести Мордовия.